Одно из излюбленных мест отдыха самарцев – вертолетная площадка – уже погружается в атмосферу новогодней сказки. Сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет» приступили к монтажу световой иллюминации. Напомним, популярная рекреационная зона этим летом была обновлена в рамках государственной программы региона «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области». Работы идут по графику. Начали с монтажа композиций звезд. Всего их будет 25. По 5 на каждой подставке панно. Сейчас как раз привезли, устанавливаем вот эти звезды. Устанавливаем, потом будем устанавливать здесь 3 шишки светящиеся и другие конструкции тоже со временем привезем. Фигуры все разные, их собирать кропотливая очень работа предстоит нам. Мы уже все это распаковали у себя на базе, посмотрели предварительно. Поэтому сейчас сюда привезли, уже все, в общем-то, мы представления не имеем, что куда нужно подсоединять. Вся световая иллюминация обладает повышенной энергоэффективностью. Разместят конструкции на всех ярусах обновленного общественного пространства. Подъехать к месту сборки на грузовике не удастся, поэтому рабочим приходится нести все световые элементы вручную. Также вручную и на тележках перемещают пригруз. Таких плит нужно порядка 2 тонн, чтобы конструкции не сдуло ветром, который гуляет на открытой территории. Дарья Жданова на обновленной вертолетной площадке второй раз. Впервые побывала здесь летом. Рассказывает, так понравилось, что решила взглянуть на нее и зимой. Я бы хотела прийти сюда ближе к вечеру, когда тут все будет украшено яркими огоньками, и сделать красивые фотографии. Это то место, где можно почувствовать сказку, увидеть ее, почувствовать на себе. Полностью закончить монтаж световых конструкций планируют в конце следующей недели. Максим Магомедов, Сергей Баскин, «События».